Вот я нахожусь в котельной. Некоторые отдыхающие с СНТ Узбилбек говорят, что дальше нет освещения. Хочу вас порадовать, есть другой путь движения. Чтобы пешком по плоти не идти, надо свернуть возле котельной, свернуть направо, вдоль забора воинской части. Здесь уже больше года, как стоят светильники, и дорога освещена. Вот сейчас я по ней пройду и покажу. Дорога освещена. Ночью есть нормально идти. Выходим прямо туда, на перекресток, где разделяется дорога в разные концы СНТ Узбилбек. Так вот, я пару дней назад встретился здесь с жителем, зашел разговор, говорит, смотрю, уже вот светильник ремонтируют. Он говорит, да, уже почти год у нас тут свет уже есть. Я говорю, а раньше было? Говорит, 60 лет здесь живу, света здесь не было никогда. Спасибо, что сделали, теперь можно нормально ходить. Ну, я пока выключаюсь, там включусь чуть дальше уже, чтобы вас не утруждать этим движением. Вот, хорошо видно дорога, освещение хорошо видно. Так что и ходите здесь. Светло. Ну, правда, не асфальт, но, тем не менее, в сухое время года здесь очень хорошо идти. В принципе, сейчас я вам покажу. Вон туда он. Там есть. А вот тут я стою, прямо возле столба. Я не знаю, будет на тебе видно его или нет. Видно, вон он. Лампочка не горит. Поближе его. Неплохо видно, темно уже. Вот этот столб, лампочка не горит. Это на против какого адреса? Сейчас посмотрю. На против какого адреса. Ага. Ремонтировали, одну пропустили. Ну вот, в принципе. Вот здесь ремонтировали свет. Светильники горят, все. Получается, вот этого поворота, вот что я иду, да? Вот с этого поворота, где мы выходим на асфальт. Это бывшая дорога соединяла СНТ Узбилбек с гарнизоном, то через воинскую часть была. Вот. Вот первый столб после поворота. И на втором столбе он не горит. Уважаемые энергетики, надо устранить недостаток. Как-то вы проскочили мимо него. Но мы идем дальше, к перекрестку.